На конкурс дети читают стихи. Степанова Александра, 9 лет, город Ступино. Автор Лора Тасим. Стихотворение «Оборванного мишку» утешало. Оборванного мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Не плачь, не плачь, сама не доедала, полсухаря оставила тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом. Теперь остались совсем одни на свете ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем. И смерть вокруг летала злой птицей, бедой несчастной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сотенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно, победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила эта подлость.